Дорогие друзья, мы начинаем нашу программу «Дом культуры» на 49-м канале. У нас в гостях солист музыкального театра, совершенно молодой и уже успешный, потому что Михаил Полубоярцев, вот в кадре для вас, уважаемые зрители, это тот человек, который сегодня является номинантом самого престижного театрального фестиваля «Золотой маски в России». Добрый день. Да. Михаил, ну и первый вопрос, конечно, а что, вот, а как... А почему? <с> <с> Не, на самом деле, знаете, э -э -э новость пришла неожиданно. Да. Я, честно говоря, э -э не, не ожидал реально. Угу. Вот утром проснулись и стали знаменитыми. Не совсем утром, проснулся я в обед, да, после репетиции приехал домой, угу. прилег немножко отдохнуть, выключился на какое-то время. Да -да. Телефон где-то там в стороне вибрировал, очень угу. было лень с одного конца дивана дойти до второго конца угу. дивана, чтобы выключить звук. Он пиликал-пиликал, я в итоге под него уснул. Угу. Вот. А потом уже, когда через там, часика полтора проснулся, открыл телефон, и первое сообщение, которое я увидел, Миша, поздравляю, пришло от коллег у нас в общем театральном чате. <связывая> потом какие-то личные сообщения, WhatsApp, <связывая> ВКонтакте, там все поздравляют и думаю, с чем поздравляют? А потом открыл контакт, и я там уже Вау! Лучшая мужская роль в мюзикле прошлого сезона Том Бьюкинин, Великий Гэтсби, Михаил Полубоярцев номинирован. И все, сон как рукой с него пошло. Начались звонки маме, жене, там всем мама меня номинировали, мама там счастье от радости. Мне кажется, она на том конце провода просто где-то прыгала. Потому что наконец-то дождалась тоже вот такой заслуги. Ну, это здорово, что такая оценка. Я понимаю, когда друзья, когда близкие родственники, но когда в театре э, рады вашему успеху там же это же немножко всегда такая история mm. не надо хвалить меня поругайте могу с вами не согласиться потому что в моей карьере это уже не первый театр в котором uh -huh. я работаю в котором я служу uh -huh. вот э, после выпуска из института я служил в хабаровском краевом музыкальном театре и как бы есть в принципе с чем сравнить uh -huh. э, у нас и ни в коем случае не хочу обидеть Хабаровчан. Коллеги, я вас очень люблю. Спасибо вам за время, которое мы провели вместе. Но были моменты, как бы в каких-то внутренних Нюансы. таких нюансах, да. Вот. Но про нашу труппу могу сказать исключительно положительные вещи. Мы реально живем в нашем театре, как бы одна большая семья, и радуемся за успехи друг друга. Когда в прошлом сезоне ребята получили маску за Фому, я тоже, сидя на диване, смотрел прямую трансляцию и радовался. Потрясающий был, конечно, актеров. праздник, потому что и награждение в заряде в да. открытом буквально накануне потрясающем центре. Это очень здорово. Праздник, это всегда прекрасно. И спектакль, в котором вы принимаете участие, это ведь... Ну, такой многоуровневый, да. Там же, вот как ну, выражается ваш директор художественного руководителя Леонид Михайлович. У него несколько труп, у него несколько труп в театре. Ну да. И да. приходится выполнять действительно Абсолютно многие разные функции, задачи, да, да конечно. Вот. То есть, расскажите, расскажите. Артист музыкального театра это многогранные артисты, это mm -hmm. реально очень тяжелая работа, потому что тебе, находясь на сцене, нужно быть и актером, и вокалистом, и танцором. Mm -hmm. То есть ты mm -hmm. в себя включаешь вот Три этих актерских направления. А, ну, Еще и музыку слушать и попасть да, в эту музыку, плюс, да? плюс одним, и, одним и глазом глючит, всегда и нужно И микрофон, и проверять технику так ли я сделал поддержку там или еще что-то, да? Ну, как бы к технике, честно говоря, ага. мы относимся уже с привычной. Ну, да. Как бы, это привычный момент, да. То есть, как бы просим там костюмеров пришить карманчик да, на да, штанах. Да. Где Более так, удобное время. Да, где-нибудь так, чтобы там... Ну, да, Потому да, что да. ты знаешь, что в этой роли ты будешь делать кувырки там ну, какие-то да. и так далее, чтобы не разбить базу угу, а угу. свою родную сцену, как ага. бы, нужно понимать, где она у тебя будет угу, висеть вот, то есть как бы это уже дело привычное, то есть об этом как-то мы уже особо не думаем, ну, да. то есть это все провода, Технология. да, это все уже привычные вещи. Я хочу уточнить, театр это всегда жанры, да, и у каждого артиста есть тоже амплуа. У вас в театре какой амплуа? Затрудняюсь, наверное, ответить вот. на этот вопрос, потому что количество сыгранных уже мной ролей и разноплановость этих ролей... То есть поражает и герои иногда не да? Да, у, у, меня, у меня были и простаки, у меня есть и герои, у меня есть роль, и характерные да? роли. Да. Как бы, тут... Все удается, то есть вы такой универсал. Ну, удается или нет, наверное, судить не мне все-таки, вот в первую вот. очередь зрителю и руководству, а остальному... Ну а руководство бы... вот когда судит, оно уже делает это все в надписи. Там приказ распределение ролей и вы подходите. И что происходит в это время? Э -э Какое ожидание? Нет, ну всегда, конечно, хочется сыграть? естественно сыграть хочется главную роль, да, ну как бы. это самолюбие любого актера, как бы. Михаил, ну вот подошли вы все вот распределение ролей мечтали и и ну, либо да, либо нет. Тут как бы два варианта. Понятно. А заявку творческую имеете возможность подать? Да, конечно. Есть такая? Да, бывало есть. Бывало такое в вашей биографии, да? Бывало такое в моей биографии. А еще ведь бывает так, что артист, который был назначен, по какой-то причине не может играть. Вот срочный, такое тоже бывало? Ну, да, было и Срочные такое. Да. Годы Срочные бывали, годы да? тоже -то были. За... Ведь, да, с точки зрения биографии, роста. Вот был у нас спектакль в джазе «Только девушки» да. за Четыре репетиции я в него влился, mm -hmm. на роль Джозефины. Да. Ну, собственно говоря, как бы главная роль, а, причем при, при всем при этом, как бы плотность репертуара была такая, что декорации спектакля я увидел за час до спектакля первый mm -hmm. раз, как бы и по ним походил немножко все-таки mm -hmm. балетный зал да -да -да -да. и лавочки, немножко... это не декорация на сцене. Mm -hmm. Вот, а оркестр я услышал уже прямо во время спектакля. То есть, Живую. И, да, не поставить спевку, у нас не было возможности mm -hmm. не поставить декорации в них, как бы по... Ну, в этом все. и есть, наверное, история срочного ввода, когда ну, да. есть производственная так называемая необходимость, необходимость да, и конечно. зритель всегда прав, он приобрел билеты, он надеется увидеть тот самый праздник. И в этот ну, момент да. вы даете... Ну, в этом как бы, мы не можем подвести зрителя, как бы, потому что все-таки люди за это платят деньги, uh -huh. и они хотят видеть качественный э, конечный результат. То да. есть, они пришли посмотреть, насладиться, не знаю, там, вокалом, игрой актеров, просто послушать хорошую музыку, посмеяться, либо о чем-то задуматься после спектакля. И как бы мы просто, как актеры, не имеем права да. их разочаровать в этом. Согласен. А вы сами, если послушать, что вы слушаете сами? Вот уже все. В смысле, музыкально? Концерт уже окончен. И что слушает артист музыкального театра? Вообще, честно говоря, я меломан. Да. У меня двое маленьких детей, поэтому я слушаю все от синего трактора, заканчивая металликой там. Uh -huh. и, ну, то есть у меня нет определенных как бы любимых там жанров uh -huh. в музыке. То есть я могу слушать и рок, и рэп, и классическую музыку, и какие-то там детские песни в машине А здесь вы что-нибудь разучиваете, поете вместе там? Это же ансамбль? Да, вот в прошлом сезоне у нас была премьера бременских музыкантов. У меня дети очень любят эту музыку, Удовольствием со мной поют, ничего на свете лучше нету. и да так вообще все у в Римские каникулы вот младшую дочь велась, младшая дочь в этом сезоне. есть перспектива уже семейных подрядов. Да, ходит по дому, поет, все. Это римский. У вас же дедушка, по-моему, народный артист России или Украины в данном случае, да. Он да. с одноименной фамилией, да? Да, Владимир. Тоже Боярцев. окончил Новосибирскую театральную окончил школу и. Училище, да. И вот он тоже артист музыкального театра. Да, да? он тоже артист музыкального mm -hmm. театра, причем начинал он как артист балета mm -hmm. в том театре, в котором сейчас служу я. А -а -а. То есть и наши старожилы, mm -hmm. взрослые тетеньки, да, наши любимые вспоминают mm -hmm. с теплотой. Ну, к сожалению, деда уже нет в живых, но. Mm -hmm. Но память о нем сохраняется. Да. То есть, ну, это здорово, и тем более вы себя, наследник его творчества, да. внук, да. семейные ну, традиции, всегда с ним созванивались по видеосвязи, радовались за какие-то там mm -hmm. успехи друг друга, он меня всегда поддерживал и гордился очень тем, что у сына вот не получилось, но ага. хотя бы вот внук пошел по моим стопам. Здорово. Слушай, у вас есть какие-нибудь такие специальные традиции? Вот, допустим, перед началом спектакля, ну вот сегодня вечером у вас спектакль, да. и вы готовитесь, и вы там приходите на сцену там, или просто проходите мимо, или там, ну что-то, потому что я знаю, допустим, один из очень великих дирижеров, он просто разворачивается к стене, буквально там за пять минут и стоит просто вот в углу. Вот я наблюдал это несколько раз, стоит. И какая-то медитация. А у вас есть какие-то вот такие актерские а, нюансы, ну, настройка ну, какая-то тонкого как -то... плана? Михаил, меня... рассказывайте. У меня я не знаю, как ну, вот э, Василий Владимирович Зажецкий, ага. э, режиссер, который ставил у нас несколько спектаклей. Э, один раз у меня спросил э, Мишка зараза, вот как вот. у тебя это получается? Ага. Я говорю, что простите, получается. Ага. <laughs> Он говорит, вот ты бывает на репетициях откровенно ничего не делаешь и халтуришь вот занимаешься Пол ноги как говорят да, да, да. да занимаешься ерундой но потом ты выходишь на прогон и выдаешь мне абсолютно все что uh -huh. я от тебя требовал вот как у тебя это выходит я вот uh -huh. я, я не знаю у меня как бы особого секрета какого то такого нету ну вот как-то так получается наверное. само наверное Навер... наверное да это что-то внутреннее uh -huh. то есть э -э мне я ну, меня нет никаких прям таких вот традиций секретов да секретов своих. Э -э Главное, чтобы там, до начала спектакля особо меня там сильно никто не дергал, uh -huh. никуда не отвлекал. Есть, как бы, да, ну настройка, она все равно то есть, существует. Я, я настраиваюсь, когда я гримируюсь, uh -huh. например. То есть, там, не, не знаю, нужно ровно сделать подводку для глаз. Да, и... слушайте, но у вас же в театре есть закулисный буфет, вы идете там перекусить, обязательно. Нет, перекусить. Или на голодный желудок. Я спектаклем не ем. Вообще, да. Потому что я знаю, что вокалистам вообще не рекомендовано там за 4-5 часов не принимать пищу. Да, то есть, как бы уже организм привык к тому, что три приема пищи в день как бы для меня достаточно Утром проснулся, позавтракал, ну, да. там кофе, бутерброды. В обед после репетиции либо после утреннего у -у 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 -у. спектакля приехал домой, по, ну, плотненько так хорошо да. пообедал часа в два в пол третьего у -у -у. и все на вечерний уже Вообще идет. Вообще жизнь легкие, регламентная артиста такая, что он с утра на репетиции, да, потом дневная небольшая пауза. Да, и... у нас хорошо. На Закончился театр, а может быть есть зуд. Все же хотят быть режиссерами. Есть какие-то вот такие планы постановочные свои? Пока нет потому что на данный момент времени я еще не дошел до того уровня именно Пре вот, в, в, профессионального, С, -то того освоения, профессионального, да, профессионального уровня, да, чтобы угу. именно, то есть я сейчас своими выразительными средствами, то есть своим телом, голосом, угу. лицом, душой, я это дело показываю, угу. транслирую для зрителя, то есть те мысли, которые я хочу донести как актер, соответственно, с той задачей режиссера, которая для меня была поставлена. Пока, на данный момент времени, я думаю, что недостаточно у меня опыта для того, чтобы ставить какие-то задачи другим. Ну актерам. Да, что-то то, то, -то... Есть, еще... насмотренности, начитанности mm -hmm. моей в свои там... 30 с хвостиком лет, пока я этого уровня еще не достиг. Я понял. Смотрите, в театре у молодых артистов, ну или не очень молодых артистов, всегда существует вот этот нюанс отношения к старикам, да, ну то есть не к старикам-старикам, а к тем, кто, ну, профессионалы высокого уровня, там, заслуженные, ну, народные. У вас нет никакого там внутреннего предубеждения, там, боязни, нахождения на сцене, там, прятаться. Нет. Его нет, потому что когда ты находишься с, на, на одной площадке сценической, с э, именитым артистом, uh -huh. с человеком с, там, с регалиями, с uh -huh. человеком с огромным опытом, ты пытаешься у него чему-то учиться. Да? Да, то есть ты перенимаешь, и находясь рядом с таким человеком на сцене, ты не имеешь даже малейшего профессионального права показаться хуже, чем он. Mm -hmm. То есть тебе в любом случае приходится к нему тянуться. И mm -hmm. это здорово, на самом деле, что есть вот такая преемственность поколений, скажем так, у, mm -hmm. среди актеров, что есть чему поучиться у таких mm -hmm. людей. И за это им огромное спасибо mm -hmm. и уважение да. большое. Здорово. Слушайте, а вот бывает такая история, когда вы, ну, явно понимаете, что на сцене вдруг кто-то халтурит. И, как бы такое же тоже иногда, наверное, случается. Может быть, не в вашем театре. Вот как вы воспринимаете: кто-то там позволяет себе лишнее, там, или не совсем в полную силу, как вы говорили, да. Ну, уже вот прям в спектакле. Ну, э -э, я не знаю, мне в такие моменты становится обидно. Да. За тех людей, которые выкладываются на полную катушку. Ну, то есть, э -э, все-таки это достаточно такое, мне кажется, Честное должно быть, да. Ну, да. То есть театр честное это, в служение принципе... театру, так чтобы все работали на полную мощь, да. потому что ради этого, ради эмоций вид приходит, потому mm -hmm. что вроде и текст сказан, и музыка вовремя прозвучала, да. Просто театр это единый организм, который mm -hmm. э ну, вот так же, как с организмом человека. Если да. ну, у тебя нога отказала, ты не, не можешь... Отказала? Нет, ну, нет, а, ну, у меня ты... все хорошо. Нога не работает, да, и ты не можешь, не знаю, там... Вовремя там полноценно, да, добежать там до какого-то места в определенное время. Как бы тут тоже вот именно такой же момент. Если кто-то где-то халтурит, значит, организм работает не на полную катушку. А если он работает не на полную катушку, значит... Значит, что-то не, что да, что что не так. То есть должен работать на полную да, катушку. Конечно, конечно. Это мнение Михаила Полубоярцева, солиста музыкального театра города Новосибирска, номинанта на Золотую маску, самую престижную в России театральную премию. А мы продолжаем нашу программу. Автор-ведущий Виктор Буланкин объявляет следующий сюжет. Оставайтесь с нами.